Всех приветствую, всем приятного просмотра, и давайте, наверное, запишем третью финальную серию. Я звучу финальная, потому что это, я так понял, демка, и, в принципе, контента тут как такового нету. Так, с прошлой серии что у нас изменилось? Это чисто перестановка моего города, это дома, огород. Помните, у нас поля вот здесь были, вот этом вот районе, не знаю, видно ли мышку, не видно. Вот здесь у нас поля были, я их перенес сюда. Перенес казарму, перенес стрельбище. Они у нас здесь были. Добавил здесь сюда клумбы. Так, давай немножечко ускоримся, чтобы они дальше строили. Что еще? Добавил ферму. И, в принципе, и все. Да, улучшил я себе центр города. Он у меня теперь второго уровня. Больше улучшать не могу. Осталось теперь улучшать только дома. И добавились новые у нас... строение, это дом второго уровня. Вот хранилище, амбар есть. Давай, наверное, поставим здесь амбар с вами. Вот сюда один, потом погреб. Не знаю, нужно две штучки, либо один поставим. Давай один пока есть. Дальше что у нас здесь? Казначейский дом. Хорошо, куда бы его поразместить бы? Ну, если я сюда поставлю, я там дорогу перекрою. Давай, наверное, казначейский дом сюда. У нас как раз хорошо он помещается. Дальше, что у нас тут? Охотничья рыбацкая ферма есть. Коптильню я не стал делать, не вижу смысла. Давай, наверное, ветряную мельницу поставим. Вот сюда куда-то. Да. Так, а вы ж потушите, я надеюсь. Потому что у нас коровник горит. Не хотелось его перестраивать бы мне потом. Ну, надеюсь, они потушат его. Так, давай, наверное, сюда еще колодец мы поставим, да? Вот так вот. Пусть будет на всякий пожарный случай. Давай, ребятки, я вас верю. Мы должны справиться. Да, потушили. Отлично, едем дальше. Что у нас тут? Хранилище. Ага, еда, мельница. Сыроварня нейтральная. Давай, наверное, сыроварню куда-то сюда. Да, вот так вот. И можно будет это все дорогой закрыть. Во. Чтобы нашим людям было проще добираться. Так, вот сюда дорогу, вот сюда, отлично, отлично, отлично. Все, вроде больше нигде не надо. Так, что у нас дальше там по строительству? Пекарня, что нужно? Ветряная мельница не построена. Это у нас вроде сыроварня, казначейский дом. Вот она, ветряная мельница. Можно будет сделать вот таким вот образом. Приоритетно, значит. Блин, у нас коровки пострадали. У нас с вами пострадали коровки. Ну. Надеюсь, они поправятся. Так, что у нас тут в погребе? 675 дней, да, не испортится. Что по поводу еды? Ну, еды, как видите, у нас, в принципе, хватает. Мяса, конечно, маловастенько. Так. Торговец приехал, давайте продадим. Мясо, мясо, мясо. Ага, закончились олени, да? У нас, а здесь осталось... Ну, вроде есть. Давай ловить тут. Все, отлично. Что еще новенького? Нужно будет пекарню поставить, но пекарня только после мельницы. Так что, ребят, давайте занимайтесь мельницей, пожалуйста. Желательно по-быстрому. Так, вы все сносите. Мясо, яйца. Хорошо. А строить кто будет? Это, конечно, все отлично. То, что вы сносите сюда. Но нам нужно строить. Потом дальше у нас идут ресурсы. Хижина лесника. Угольная это есть. Лесопилка и... Набильно, лесопилку, наверное, мы с вами
куда-то в эту сторону. Просто я из-за чего я здесь, я не строю. Из-за того, что уровень счастья у наших горожан потом меньше становится. Куда бы эту лесопилку поставить? Ну, давай сюда ее. Что еще у нас есть? Ага, дубильня. А у нас, по-моему, есть дубильня или нету? Дубильня, дубильня. Вроде бы нету, да? Давай ее тогда тоже сюда. Вот так есть, отлично. Едем дальше. Угольная есть, мастерская травника, лесник тоже, шахтерская тоже есть, услуги. Целитель есть, школа есть, рынок, ага, вот. Рынок можно вот сюда. Отлично, верфь. Так, верфь — это место, где можно строить корабли для миссии. Ага, а что нам нужно? Нам нужна лесопилка. И центр города у нас есть. Где наша лесопилка? Вот это, значит, делаем приоритет вот сюда и сюда. Сейчас они построят, получается, нам мельницу. И начнут лесопилку делать. Так, что здесь у нас? Ага, лесопилки не хватает, хорошо. А я не помню... По поводу строительства я хотел что-то поставить. Пекарню, да, по-моему? Казначейский дом, производство еды. Да, вот пекарня, нужна ветряная мельница. Сейчас дождемся, пока мест построится ветряная мельница. Я хочу сюда поставить пекарню. Угу. Желательно, да? Сейчас посмотрим, каких она размеров. Может, дом придется снести какой-то один. 125 человек есть у нас. Так, коровки тише. А можно достроить, пожалуйста? Во, умничка. Вот это хозяюшка, вот это молодец. Так, ломбарь. Ага. Блин, а это получается, нам нужно будет с вами... Нет, не сюда, не сюда. Угу, а на зерна нет, у нас все зерно уходит чисто на животных. У тебя нету зерна, случайно? Не, зато мы можем тебе шкуры продать. Отлично. Я бы зерно купил бы у тебя, но, к сожалению, у тебя его нету. Сейчас дождемся. Я думаю, она быстро это сделает. И как раз построим с вами пекарню. Ну, наверное, надеюсь, что мы сейчас где-то здесь мы ее и поставим. Отлично, отлично. Теперь будем ждать сейчас урожая. И нужно будет, наверное, еще один, да, огород где-то делать нам с вами. А где бы его разместить, пока без понятия. Так, давай смотреть на пекарню. Пекарня, пекарня. Ага, как раз влезет сюда вместо этого. Не, погоди. 46, 40... 33, 47. Сейчас я хочу посмотреть, где тут поменьше у нас. Давай, наверное, пекарню мы сюда поставим с вами. Где наша пекарня? Вот наша пекарня. Отлично. Ну, по-моему, если я не ошибаюсь, у нас нету, да, с вами зерна. Да, зерно будет только-только созревать. Что еще? Дальше ресурсы. Мы здесь все сделали, услуги. Рынок мы поставили, центр города у нас есть. Лесопилка, да, нам нужна? Лесопилка у нас 35 бревен. Ага, 35 у нас есть. Ждем. Украшения новые, ничего не добавилось. Оборона, ага. Казарма, стрельбище, оружейник. Оружейная мастерская, а в чем разница? Ага, ты тут делаешь броню, а ты у нас здесь лук, да? Луки делаешь, хорошо, давай тоже все поставим. Наверное, нажмем на паузу, но нам пока есть, в принципе, не надо, это оружейная мастерская. Так, что я хотел посмотреть? Каменная стена, возможно, может, каменную стену?
Можно будет сейчас сделать. Так, снести. Шикарно. И давай каменную стену. Ага, вот так вот. Во, отлично. И тут тоже можно будет сейчас каменную стену с вами сделать. А потом башню можно будет каменную установить. Я не знаю, возможно, когда игра выйдет полностью, а не будет DLC-шкой, может, больше контента будет. Но в данный момент это, в принципе, все. Вы сами видите, что я, можно сказать, все построил, все сделал. Дальше развиваться я, ну, не вижу смысла, потому что нету. Хотя, если я сейчас верфь построю, может, я смогу поплыть на другие острова. Так, что у нас тут? У нас тут дорога. Блин, давай сделаем вот так вот. Сделаем вот так вот нашу дорогу. Пусть будет. Так, да, как-то так. Я так же самое в Анну. Кто играл в Анну? Так же самое делал дорогами всем. Не знаю почему, но меня так прикалывает. Так, ты кто? Сыроварня, ага. А молоко у нас есть? Да, молоко 73 есть. 600 мяса, но это 600 мяса уходит очень быстро. Я не могу понять почему. А, вот, я могу дом улучшить. Сделать второго уровня. Шикарно. Шикарно, шикарно. Давай сделаем здесь. Не знаю, давай все. Молитовка, эти можно. А почему тебя нельзя? 46%. А у тебя 45%. Ну, ладно, буду значить эти домики на второго уровня. Но они будут построиться у нас только тогда, когда мы закончим строительство всего остального. Отклонить. О, драка будет сейчас. Драка, драка, драка. Где они? Где наши разбойники? Вон они, разбойники бегут, видите, с правой стороны. Опа. Давайте посмотрим, как это все происходит. Все, у нас тут и лучники есть. И солдаты есть. А, давайте, не стойте. Помогайте им. Хотя, я думаю, они не вытянут, да? Сильно мало наших солдатов. Ну, лучники, давайте. Помогайте. Ага, да, все-таки не вытянули. Блин, ну они сейчас наши еще тренируются, может, и успеют. Я думаю, нужно человек 40 сюда ставить. Ну и тоже, ставить человек 40, это мне нужно больше домов. Чем больше домов я буду делать, тем больше мне нужно ресурсов. Так что пока есть как-то так. Ну, ограбит, значит, ограбят. Я думаю, ничего страшного. Ну, хотя бы одного еще заберите. Давай, соколиный глаз. Во, молодец. Да, если по периметру у меня лучники здесь были, возможно... Возможно, нас бы не ограбили. Ну ладно. Ничего страшного бывает. Сейчас они уйдут и посмотрим, насколько мы в минусе с вами. Минус 372 золота, да. Ну и ладушки. Так, мне главное, чтобы это все построилось. Давайте ускоряться. Так, молоко. Сыроварня у нас есть. А что там по поводу лесопилки? А, вот у нас лесопилка. Лесопилка есть, да? Отлично. Давайте рассмотреть по поводу верфи. Вот, верфь. Куда-то тебя поставить можно? Ага. Давай, верфь. Давай. И посмотрим, что нужно. Ага, на лесопилке, наверное, да, у нас доски производятся, да. А если мы добавим два человека? Хочу посмотреть, как будет верфь выглядеть. Но тут нужно будет подождать. Сейчас они тут закончат. С чем они тут заканчивают? Ага.
со стенами, да? Ой, а ты же застрянешь, зайчик. Или не застрянешь? А не, нормально, место есть. А можно мне вместо забора построить лучше рынок? Я понимаю, что умнички, вы стараетесь, но мне реально лучше рынок закончить. Так, что тут у нас есть место еще? Вроде да. Не знаю, если вы захотите сами поиграть, то понятно, что у вас будет больше немножко контента, чем у меня, потому что мне пришлось просто половину вырезать из-за того, что я фармил. И просто сидел, ждал, пока у меня наберется 100 человек. Это реально было долго. Но вам, я думаю, понравится. Так, ну одежда вроде у нас есть. Почему вы замерзаете? Почему вы не носите одежду? Может, из-за того, что рынка нету? Во. Так, множитель прибыли от опыта, сотрудники. 44, инвентарь. Мы можем то что-то добавить? Нет, к сожалению, не можем. Угу. Ля, красивый заборчик. А и тут еще мне нужно будет... Не, не тут. Вот это вот достроить. Строительство стена. Здесь все закончили, да? Здесь у нас казначейский дом. Управление, хранение ресурсами, золото. А, нет, не то. Такое нам не надо. Мне бы верфь бы построить и посмотреть, что они там будут делать. Так, ты кто? Дубильня, дубильня, дубильня. Угу. Давай смотреть, чем они еще заняты. Если у нас люди свободны для строительства. Но в принципе должны быть. Если они у меня забор строят, значит, они должны будут и этим заниматься. Так, давайте шкуру продадим. На 180 монеточек. Все, отправилось 109 монеток. Вместимость, хорошо. Что у нас по поводу кур? 7, 7, 6. У нас овцы что-то не хотят размножаться. Я не могу понять, почему. Понятие, из-за чего они хотят. Древесины мало. Угу. Ну давай древесиной займемся. Давай сделаем вот так вот. Повырубать ее здесь все. Блин, знаете, что бы я хотел? Чтобы вот тут каменный пол был таким цветом, как стена белая. Было бы реально прикольней. Лучше бы, я думаю, смотрелось. Так, ну что, вы тут занимаетесь моим строительством, либо нет? Ну, давай посмотрим, да. Хорошо, они начинают заниматься верфь. Окей. Блин, будет прикольно, если мы сейчас с вами отправимся куда-то в путешествие на другой остров. Так, ты кто? Удобрение, да, давай продадим. Продать коровка. Давай, наверное, 3 коровки купим. Купить. Шикарно. Много коровок не бывает, правильно? Так, назначить, назначить, назначить. Все, отлично. Насколько я понял, вот это... Они когда стареют, то старых коровок мы забиваем, а новые у нас, получается, продолжают давать нам молочко. Так само, как и овцы, шерсть. Так, что у нас тут? 3 человека. Вы справляетесь? Да, вроде справляетесь. Что по поводу вас? Давай, наверное, одного добавим. Все, шикарно. Давай смотрим на поводу верфи. Осталось 7 досок, да? Доски, доски, доски. Ну, ты потихонечку производишь их. Блин, прикольная игрушка, но опять же мало контента. Хотелось бы больше. Хотелось бы разновидность дорог, чтобы они были цвет другой. Реально, хочу такие, чтобы были как каменная стена белая. Да, плюс помимо всего этого, хотел бы, чтобы центр можно было увеличить до 5-6 уровня, не знаю, выйти куда-нибудь.
вверх, чтобы можно было, к примеру, улучшать, улучшать, и там будут новые технологии, и мы такие... Ирак и ракету построили, на Марс улетели. Скажи, было прикольно. Но я думаю, разработчики этого не сделают, к сожалению. А хотелось бы. Так, что у нас тут? 118. Я только так и не понял. Если честно, вот это вот событие 0%. Что такое событие? Где эти события находятся? Я вроде все уже сделал, все, что мог. Какие события? Кто мне скажет? Так. Дом второго уровня. Ну, нам пока миссион не сильно и нужен. Хотелось бы знать, что такое событие. Так, ты кто, ты кто, ты кто? Назначить центр город. Нет. Выбрать, выбрать, закрыть. Ага, не могу. К сожалению, еще нету. Что такое событие, разработчики? Дайте мне, пожалуйста, ответ. О, давай, зайчик, еще два бревна. Ага, я думал, вместе с тобой два будет. Ну ладно. Шутка за 300. Бревно несет бревно. Все, здесь вроде ничего, мы не упустили. Везде застроили. Везде все есть. Наверное, знаете, что я упустил? Надо будет удалить вот тут, наверное, дорогу и поставить здесь колодец. Из-за того, что когда случаются пожары, они долго воду носят, бегают. А так будет хотя бы у них вода рядышком. Так, шикарно. Ну что там? Где наша Мария? Которая несла сюда доски. Ты где? Блин, целый год прошел, понимаешь? Они реально год строят задание. Это, я понимаю, работники, да? Так? Ага, понял. Ты у нас не строитель. Так, я не знаю, нужны ли нам вот эти вот сторожевые башни тут. Я думаю, да, но опять же, мне нужно больше людей, больше лучников. И больше всего. Ладно. Давай продадим шкуру. Да, как тут продавать? Заходите вот сюда, нажимаете переместить ресурсы внутрь, выбираете, к примеру, там камень. Да, ну допустим, камень. Так, требуется минимальное количество запасов в деревне. Ну сколько вы хотите, чтобы у вас осталось в деревне? К примеру, 45 камня. Пишите 45 камня. А сюда перемещаете там 300-400, не знаю, по желанию. Нажимаете добавить, и у вас вот, у меня получается 66 остается дома на складе, а по 160 и 330 я продаю, так что можно сюда переместить полностью все ваши продукты и плюс то, что вы там производите, одежду, металл, камни, дерево, и продавать это все. Я продаю. Что я продаю? Это продаю удобрения. Этого добра у меня хватает. И шкуры животных, так как там тоже, в принципе, много получается. Так, ну что там? О, во-во-во-во-во-во-во, пошло. Пошло, хорошо. Давай понаблюдаем за тобой. Вот так вот. Ну и какие умнички, давай, еще чуть-чуть. Молодец. Вот могут, когда хотят, согласны? Хорошо, не будем заниматься этой ерундой, немножечко ускоримся. Все, устали?
А можно закончить? Ну, 84%. Ну, давай, еще чуть-чуть. Как тебя там? Ульяна. Ульяна, не прикалывайся. Все, есть, верь в построенную. Что нам нужно? Показать? Связь, ага, логистика. Не то. И что? Верь в... Корабли 03. Построить новый корабль. Ля. Так, торговый корабль, исследовательский корабль, исследовательское судно. Это тип судна, который позволяет вам исследовать окрестные деревни, ближайшие события, получая добычу и новые торговые маршруты. Угу. Ну, давай, наверное, тебя. И торговый корабль, да, торговый корабль, это тип судна, который позволяет вам устанавливать торговые маршруты с ближайшими деревнями. Мы будем торговать с ними? Я думаю, нет. Мне, в принципе, это и не надо. Мне реально, в принципе, этого и не нужно. Давай добавим сюда еще одного человека, чтобы быстрее было. Мне нужно 60 досок. У нас будет 60 досок, либо не будет. Нам нужно больше дерева. Хочу просто посмотреть, сможем ли мы с вами куда-то отправиться на этом корабле. И как это реализовано. Может, даже мы сможем там захватывать земли какие-то. Было прикольно. Хотя, вроде нет. Так. Позволяет вам исследовать окрестные деревни и ближайшие события. Ага, вот это вот события, да? Понял. Понял, события — это хорошо. И когда ты построишься, скажи мне, пожалуйста. Так, обслуживание 20, ага. Период нечестного обслуживания 3500 дней. Блин, а можно ли мне сюда ресурсы? Ты ресурсы несешь? Скажи, что ты. Нет, не ты несешь ресурсы. А кто? Ага, то есть ты вручную, да? Ты мне сейчас будешь тут носить по одному бревну, правильно я понимаю? Да. Он будет носить нам по одному бревну это все. Ясненько. Слушай, а у тебя нету случайно досок? Я бы тебя купил бы. Так, дерево 43. Да, дерево мне не надо, мне доски нужны, да? Так, удобрения давай продадим. Шкуры продадим. Что мы можем тут купить? Денег много. Давай, наверное, купим одежду нашим жителям. Вот так вот. Пусть будет на всякий пожарный. Что по поводу зелени? Еда. Ну, еды много. Золотая руда. Давай золотые руды купим. Бум. Все. Шикарно. Мы потом сможем с вами себе из золотой руды делать зюэта. Как бы странно это ни звучало. Так, вот сколько у вас человек, смотри. А давайте вы построите, давайте. А что вы делаете? А, вы просто ресурсы забираете. Ясненько, 59. Блин, а это долго будет. Ага, на нас опять, да, нападают? Отклонить. На нас опять нападают, ребят. Ну, тут, по идее, мы должны справиться. По идее, мы тут должны с вами справиться. Да, просто забуцали. Молодцы. А, не, еще бегут. Еще бегут, ребят. Так, а давай их оттянем их вот сюда, поближе к нашим лучникам. Давай. Давай, да, поближе к лучникам к нашим. А вот теперь тут и начинаете. А ты запрятался, да? Ты типа не при делах. Не-не-не, давай. Такой я говорит, я сейчас я позвоню и подойду. Начинайте без меня. Есть, шикарно.
Да, конечно, много человек потеряли, но что поделаешь. Ничего. Ну что там по поводу? Всего лишь 59. Ясненько. Интересно, долго ли нам так с вами надо будет ждать? Не знаю, сейчас немножечко посидим. Возможно, я поставлю на паузу просто это все безобразие. И когда он мне принесет сюда уже максимальное количество бревнышек, когда останется 1-2, я, наверное, и продолжу запись, так как я думаю, нету смысла сидеть. Да, подтвердить. Думаю, нету смысла сидеть ждать. Так, что? А что у меня что-то сгорело? У меня что-то сгорело. Что-то сгорело от огня, да? Пропало. А что это было? А хер его знает. Ну, и неважно. Все равно последняя серия. Так, да, давайте, наверное, я сейчас просто поставлю на паузу, и у вас пройдет буквально пару секунд, а у меня, не знаю, наверное, часа два, и вернусь. Итак, ребят, наконец-то дождался этого момента. Вот наш рабочий, я так понимаю, сейчас он принесет нам последние два брена, хотел сказать, но нет, две доски сейчас нам принесет. Мы с вами должны будем построить, вот, строительство идет в верфи. Шикарно. Сколько? 500. 500 чего? 500 секунд? Или 500 дней? Ты меня, главное, так не пугай, чтобы я опять на паузу не ставил. Так. Еда, еда, еда. Работа. Хорошо. Сейчас посмотрим. Сколько это у нас по времени займет? Давай. А, ну, в принципе, быстро идет. Так, шахтерская хижина горит. Ну, они должны потушить. Вот у меня стоит колодец, так что давайте тушите. А, давайте вы все вместе это будете делать, а не по одному человеку. Так, ладно, я думаю, они там разберутся, они маленькие. Меня больше это вот интересует. И да, пока миссия настроится... Хотел бы поговорить немножко с вами по поводу этой игры. Она реально классно, мне понравилась. Разработчики молодцы, супер. Ну, когда вы построите вот такой вот городок, как у меня, ну, то есть на этом вся игра закончится. Это весь контент, так сказать. Не знаю, может, дальше будет лучше и будет немножечко больше разных строений и чем нам тут заниматься. Ну, для меня, в принципе, все. Меня хватило на 3 серии и по полчаса. Я в основном больше ждал. Так, без дела, да, сейчас мы к тебе вернемся. Ага, вот смотри. Так, исследовать деревню, хорошо. Давай двух человек наймем. Так, назначить новое задание, исследовать деревню. Давай, вот, отправить исследовать. Пикарно. Поплыли. Сейчас как раз посмотрим, что у нас тут за деревня. 3 минуты, да, плыть? Откройте профиль как корабля. Инвентарь. Что это? Демонтировать корабль? Нет. Ага. Возможно, мы сейчас что-нибудь с вами добудем. Так. Ага. Так, обнаружена соседняя деревня. Теперь вы можете торговать с ней с помощью торговых кораблей. Закрыть. А, это типа и все? Это и все событие, правильно я понимаю? Ну да. Угу, интересно. Хорошо, давай подождем. Пока миссион вернется. То есть мы даже с вами деревню не увидим и не сможем туда отправиться, чтобы захватить ее, к примеру. Как делать это в Анну можно было. Ага, без дела, да? Исследовать деревню. Время до обновления. Ага, исследовать. Блин, и это ради чего я...
Ожидал, сидел вот это вот все. Понял. В принципе, понял. Можно будет строить, знаешь, торговые корабли и отправлять. Но если я захочу строить торговые корабли и отправлять, я реально лучше поиграю с вами в Анно. Не знаю, если кто-то захочет, кто любит стратегии, просто напиши, и реально сыграем в Анно лучше. Начнем с Венеции, а там уже посмотрим. Потому что их есть Анна на Луне, потом строится можно будет 20 там с чем-то, 20-25, по-моему, или как-то так она называется. Так, что у нас здесь? Хлеб, удобрения, давай удобрения продадим. Продайте, что можем купить, а нам что нужно? Это, я думаю, нет, в принципе все. Не знаю, ребят, смотрите сами. Давайте поставим скорость на единичку. Жарю, решать вам. Хотите, можете поиграть. Нет, лучше реально скачайте Анну и поиграйте в нее. Так, обнаружится соседняя деревня. Хорошо, там будет больше контента. Мне нравилось раньше залипать, я местами мог реально в Анну Венецию сидеть и играть. Все то же самое, только там можно играть еще с ботами, завоевывать их острова, торговать. Тоже выращивать, строить такие стены, пушки. В общем, игрушка прикольная. Так что все, всем спасибо за просмотр. Будет всего лишь 3 серии. Игрушку эту я удаляю. Дальше уже смотрите сами. А я пойду поищу что-нибудь новенькое. Не знаю, заходите посмотреть Анну. Если кто-то туда смотрел этот момент, то просто в комментариях напиши. А там уже решим, когда будет свободное время. Так что все, всем пока-пока. До потом.